Буквально реки воды побежали по улицам Вольска, Ставропольская, Победы. Источники забили прямо из-под асфальта. Крупная коммунальная авария произошла примерно в 11 часов, рассказывают жители ближайших домов. Вода просачивалась на тротуары, хлынула к вечеру. Не так было сильно, потихоньку. А потом, когда жена вышла, тут фонтан был. Это еще мало, а то фонтан был брызг. Сигнал об аварии поступил в самарские коммунальные системы около полудня. Аварийные бригады выехали на место, но обнаружить протечку оказалось не так-то просто. В районе аварии проходят три крупных водовода – 800, 900 и 1000 миллиметров. А вода вышла на поверхность в отдалении от самого порыва, который, как позже установила аварийная бригада, произошел на водоводе в районе пересечения улиц Юных Пионеров и 22-го партсъезда. Аварийный участок трубы перекрыли, а дома переключили на другие водоводы. Провели технологическое переключение, установили сам водовод, то, что утечка произошла из водовода 1000 миллиметров. Участок данного водовода перекрыли. Сейчас жители все находятся с водой и проводятся земляные работы. После вскрытия грунта приступят к ремонтным работам. Сколько они продлятся, пока не сообщается. Однако отключать воду в домах самарцев не будут. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов. События.